Всем здорово, народ! Сделал для вас обзор по новому лаунчеру, о всех нюансах, которые нужно знать, и о общей информации вообще, что изменилось, какие бинды у нас новые добавились, какие нюансы нужно знать о том, как работают эти бинды, почему они не работают и как это исправить. Ребят, в общем, вся эта информация будет в этом ролике. Постараюсь изложить все понятно и ничего не забыть. Приятного просмотра и ставьте лайк, и обязательно подписывайтесь, те, кто не подписались. Поехали! Серьезные изменения у нас подверглись на самом деле по лаунчеру. Добавилось очень много биндов. Абсолютно разных. Просто смотрите, какая-то таблица. Клавиши управления в принципе были. Клавиши, клавиш панели скиллов, какие-то ZXC. То есть что-то еще добавлено. Помимо вот, вот этих и клавиши панели скиллов. Еще плюсик можно. F -ка какая-то еще добавилась. Но и так в принципе все остальное было. Ребят, сейчас будем смотреть конкретно это все в игре. Давайте посмотрим, все протестим, абсолютно все просмотрим, как это работает. И давайте открываем же сам Warcraft. Берем любого героя со множеством количеством кнопок. И давайте посмотрим, что у нас есть по биндам. И как работают у нас кнопки, ребят. Ну, возьмем просто хилки. Хилки, блин, на хилки ж мы не возьмем. Давайте возьмем вот так вот. Чтобы у нас было понятно, работают бинды или нет. Тут у меня абсолютно рабочие бинды все работает по стандарту, который я себе установил. И, в принципе, никаких проблем нету. Давайте посмотрим по скиллам. Скиллы у меня должны быть томба на Т, на R, соответственно, Soul Rip и декей на D. Все абсолютно работает. Давайте немного переключимся и включим какие-нибудь другие бинды. Посмотрим, как это все будет работать. Так, клавиши, как видите, инвентаря у меня спокойно все работает. Давайте посмотрим, таблицу поставим, допустим, на какую на шестерку. Таблицу поставим и на 6, не знаю, что она будет давать. Клавиши управления тоже QR, смотрите, Q -E R, A, F. Давайте мы тоже их, в принципе, подключим. Клавиши панели скиллов давайте тоже в наглую врубим, не знаю, что это будет давать. В принципе, тут можно ознакомиться, установить горячие клавиши для панели скиллов один. Вообще, если честно, не очень информативно. Тут тоже, смотрите, а, по идее, по логике, QVER, это понятно. То есть, это мувы все можно будет на QVER поставить. ZXCV тоже, в принципе, понятно. То есть, все у нас скиллы будут на ZXCV. А почему тогда не на QVER, как это есть во второй доте? Вот это тут, если честно, непонятно, чтобы заменить классическую раскладку, как у меня. То есть на зомби у меня DRT и FADKUERTA, тогда. То есть вот это тоже, если честно, непонятно. И в принципе SDXCV, вот это тут понятно уже, это нижняя панелька, вот это верхняя панелька. То есть я не знаю, как зачем они это сделали, зачем они разделили. То есть они разделили почему то QVER. И, то есть, я, если честно, вообще непонятно, зачем они это сделали То есть, вот эта вот вся панелька вот этих скиллов То есть, у нас скиллы будут на SD, X, C, V То есть, хотя должно быть S Хотя нет, во второй доте у нас DF и QVER. То есть, тут, если честно, бредово они сделали как-то Давайте посмотрим, сделаем вот эту раскладочку Посмотрим, как она будет работать сейчас И давайте возвращаемся в игру так, в общем, мы вернулись в игру, ребят, и смотрим, что же у нас поменялось. На R у нас встала атака. То есть мы через R можем ходить, атаковать. если честно, так неудобно. А на А у нас получается... Это, по идее, патрулька, да? У нас... На А у нас получается патрулька становится. То есть полностью, в принципе, бинт рабочий. То есть Q, а написано M. Смотрите, двигаться M. То есть W это у нас стаб э, остается и hold позиция типа это у нас E. То есть в принципе бинды эти работают. Табличка у нас на 6, ребят, вот смотрите, абсолютно Рабочая таблица Нажимаем шестерочку, как мы указали У нас открывается таблица Если честно, очень удобно На таб можно поставить, у кого бинт не закрыт Табуляции, ребят, можно быстренько, аккуратненько Чтобы в игре вот так вот не клацать Допустим, если мы дали какой-то слив э, Или тимвайп Или не усидели, что кто-то мы Сжимаем кнопочку, смотрим, кто живой Абсолютно все понятно, интересно И, да, хорошее изменение Я добавлю себе этот отличный бинт Но на какую кнопку, к сожалению, я пока не знаю Давайте... В принципе, пробежимся по следующим биндам, которые у нас есть. Возьмем, отключим эти и посмотрим, что же у нас там есть еще, ребят. Также, кстати, у нас остается, в принципе, DK, T и R. Классическая раскладка. А, ну на R я уже не могу юзать, потому что на R у меня вот эта кнопка. То есть, ребят, не забывайте, если вы поставили какой-то другой бинт. То есть, соответственно, у вас уже классическая раскладка может поломаться из-за того, что у вас уже тут на Q, e, R вот эти клавиши стоят. И То есть, как бы имейте в виду, давайте переключим и посмотрим что-нибудь другое. Так, с Q, e, R мы разобрались, как это работает. Давайте вот это тоже отключаем. Включаем S, D, X, C и V. И плюсики. Давайте плюсики возьмем. Тоже значение панели скиллов на A. Да, это получается... Сейчас мы тогда давайте мы поставим это тогда на шестерку вместо таблицы. Таблица у нас съехала на F7. И F -ка какая-то у нас что-то тоже тут дает. Непонятно, давайте поставим на семерку и будем смотреть, что же у нас тут есть. Клавиши инвентаря также оставляются. И давайте возвращаемся в игру. Так, для того, чтобы посмотреть эти бинды, нам нужно будет какой-то персонаж, у которого у которого есть слоты забитые, то есть именно заклинания у нас есть. Вот так вот, значит, делаем ВВК. То есть у нас уже, по идее, не на X торнадо будет. Да, у нас уже торнадо не на X. Пропишем ему агоним, L25, Ре. И давайте сделаем вот так вот, чтобы у нас КД шлось побыстрее. То есть, смотрите, у нас уже торнадо... У нас ЕМПшка не на С и торнадо не на X. У нас уже, получается, на D и С. Смотрите, на D и С. Бинды полностью рабочие, как я понял. Q, v, e, также кликабельная. То есть у нас полностью заменилась, ребят, полностью заменилась стандартная раскладка на те бинды, которые стоят. А что же у нас там? Давайте свернемся, посмотрим еще. И что у нас там еще поменялось, что мы меняли. Так, смотрите, у нас скиллы должны стать на Z, X, C, V. То есть фермы, по идее, должны кликать не QVR, -E а ZXCV, допустим. Ну, как эти бинды будут работать, сейчас посмотрим. И посмотрим вот это, шестерку и семерку, ребят. Смотрим. Так, ZXCV. Да, у нас абсолютно все скиллы стали на ZXCV, то есть бинт тоже абсолютно рабочий. Но также, помимо этого, работает и стандартная QV. QV то есть в теории, если мы включим еще тот бинт, это все заменится, и можно будет... Переключить на ZXC, D и S. То есть, у нас blast уже станет на S, D, у нас будет торнадо. То есть, скиллы у нас уже не будут иметь стандартную раскладку, они у нас будут иметь именно SD. Вот здесь, вот уже они у нас будут, то есть, если придрачиваться, это будет, в принципе, так же, как QWER, но, по-моему, QWER намного проще, то есть, помните, как было в старом лаунчере, можно было все скиллы сделать на QvER. а сейчас на ZXCV, зачем-то они переставили, хотя это абсолютно нецелесообразно, мне кажется, и давайте посмотрим, что у нас на шестерку, это у нас вроде плюсики, а плюсиков у инвокера нету, соответственно, у нас есть дирги на шестерку, смотрим, плюсики, да, вот я нажал, ага, по идее, можно 7, нет, так не прокачать, так, не прокачать. Вот О. Стандартная кнопка О. А это плюсики. То есть вот это у нас на стандарте О. То есть получается О. И шестерку нажимаем. У нас прокачатся плюсики. То есть вот этот бинт, который мы сейчас смотрим, ребят, покажу его еще раз. А вот вот этот бинт. Вот этот бинт, соответственно. Он у нас стал на шестерочку. Тоже, в принципе, полезный бинт. Но тут проблема в том, что вот это О, то есть как бы нужно тянуться на клаву О и кликать какой-то бин для плюсика тоже как бы не особо удобно. И семерка у нас тоже что-то значит. Давайте посмотрим, что. Так, семерочка, семерочка, семерочка. Что у нас на семерку? На семерку это отмена всех действий, я так понимаю. Вот, допустим, мы качнули и обратно бидом семеркой уходим. То есть, и вообще это может... То есть, если мы сюда заходим, то мы семеркой можем это отменить. То, что ускоряет у нас такой вот этот э, сам игровой процесс, по сути, на Z, на X, у меня рипы C, у меня томба, да, поменены способности. То есть, ребят, все эти бинды, в принципе, рабочие. Давайте вернемся, отключим бинды и поговорим, какие проблемы могут быть с этими биндами. Отключаем бинды. Полностью убрали, везде убираем все галочки, то, что нам не нужно, ребят, чтобы не руинить нам игры. Все, бинды отключили. Давайте посмотрим а, бинды клавиш, ребят, будут ли они у меня сейчас работать, если мы отключим, отключаем. Так, я отключил бинды и будем смотреть, работают ли у нас кнопки. Нет, бин, бинды не работают, ребят, вот я нажимаю пробел, меня портуют по карте. То есть, ну, такое, такое. Бинды отключили, давайте включим и будем разговаривать. Включаем бинды. По клавишам мы возвращаемся в игру. Так, возра возвратились в игру и смотрим, что же у нас поменялось. Так, ну, бинды рабочие, абсолютно. Теперь давайте проверим э, с новым обновлением, работают ли у нас бинды в курьере, ребят. Потому что я писал админам, чтобы эту тему пофиксили. И давайте возьмем что-нибудь в курьера что-нибудь в куре. А лучше знаете, как сделаем. Вот так вот, как я обычно делаю. Как обычно делаю. Не работает бинт э, в круге силы. В круге силы, ребят, бинды почему-то не работают. Вот я об этом уже писал админам. Не знаю, молчат пока, пока еще вроде ничего не ответили. Но после ролика я вставлю, вставлю, возможно, то, что мне уже ответили, если сегодня этот ролик не выйдет. То есть, ну, не работает бинды в круге силы, у нас ребят не работают, это очень плохо, потому что обычно, как правило, очень удобно поднимать курьера, не, соответственно, не ЛКМом, то есть левой кнопкой мыши, а нажать бин, чтобы курьер у нас сам уже возродился. И давайте посмотрим уже в самом курьере будут ли у нас э, все способности, в принципе, и сам курьер кликабельный, также у нас не кликабельно в курьере, то есть это очень плохо. То есть она даже не нажимается, она должна хотя бы нажиматься что-то, то есть хотя бы какие-то действия должны происходить в курьере, то есть я хотя бы должен пытаться как-то выделить, насколько я знаю, можно, можно вообще что-либо с курьером. 83 точно, то есть но курьер тоже не кликабельный, то есть должны... Раньше такого не было, что нажимаешь, у меня бинт на пробел, первый бинт вот этот, то есть, такого не было, чтобы портовалось по карте, соответственно, бинды не работают. И это очень прискорбно, потому что это немного усложняет игровой процесс. По привычке. По привычке, то есть, я не знаю. Но вообще, на 85-й карте курьером в принципе нельзя пользоваться, там, догонами и прочее. Но не суть. То есть, это подтвержд... я к тому, это что подтверждается факт того, что бинды в курьере не работают, хотя они должны работать. Также в круге силы. Соответственно. Что ж, ну, в принципе. По биндам поговорили, все работает, ребят. Давайте поговорим о том, какие проблемы могут быть с самим с самими биндами, почему они могут не работать и как это лечить. Что ж, многие ребята мне писали после того, как лаунчер обновился, у меня не работают бинды. Что мне делать? Соответственно, есть несколько решений, ребят. Одно из них будет это полностью перестановить заново лаунчер. Как мы это будем делать? Это делать мы будем так. Мы будем заходить на iCap Dota. Где там Dota? Вот, скачать лаунчер. Качаем старый или новый лаунчер. Я тут не знаю, какой они тут поставили. Качаем его, устанавливаем соответственно и пользуемся. По идее, все должно работать. У меня проблем никаких с биндами не было. В принципе, это одно из решений. Это первое решение. Второе решение. Если же вы переустановили но у вас они все равно не работают каким-то образом ребят тогда нужно вам воспользоваться будет такой темой заходим в диспетчер задач берем э, с процессов с процессов находим все возможные вот эти лаунчер вот здесь вот просто все максимально закрываем все максимально закрываем ищем э, коренные папки коренные папки где у нас может быть лаунчер ребят Смотрим все программ, файлы, x86, все абсолютно, что может касаться лаунчера. У нас вот тут, в принципе, он лаунчер есть, то есть нам его искать не надо. Полностью сначала доинсталируем, заходим в установку удаления программ, полностью, полностью удаляем, где наш лаунчер. Вот он, наш лаунчер, нажимаем удалить, полностью удаляем. Далее Ищем еще какие-либо файлы, которые могут соответствовать нашему лаунчеру То есть, возможно, останется папка, еще что-то, иконка Возможно, какие-то скрытые файлы Скрытые файлы, возможно, какие-то скрытые файлы Вот это все нужно находить, удалять и заново переустанавливать И, соответственно, проблемы у вас, в принципе, не должно быть И если все равно проблемы будут, то, скорее всего, у вас проблема с какой-то несовместимостью системы самой То есть, на каждое операционное вот это программное обеспечение, есть какие-то свои мерки. То есть, если у вас очень старая винда, возможно, лаунчер на какой-то на своей базе просто имеет несостыковку с вашим, с вашей системой. И, соответственно, у вас, возможно, будут какие-то баги. В принципе, как решить, я это вам объяснил просто. Сносите. И обратно устанавливайте. Если не работает, то да, уже, ребят, просто ждите. У меня никаких проблем не было. Винда у меня свежая, десятка. И, в принципе, в принципе, ребята, это, наверное, все. Да, кстати, ребят, тут еще касаемо э, момента флаунчера есть еще изменение цвета. Видите как? Автологин широкоформатный режим и тому подобное. Давайте еще поговорим о широкоформатности. Кому будет интересно, очень многие ребята спрашивали, очень многие ребята спрашивали, почему почему у тебя почему у тебя азес так картинка далеко? Вот смотрите, запомните как сейчас. Сейчас мы выйдем, перезайдем перезайдем в Warcraft. И давайте сделаем вот тут вот галочку. Убрали мы ее. И заходим в Warcraft обратно. И посмотрим, что же у нас поменяется конкретно. Загружается у нас карта. Как видите, игра очень даже сильно поменялась. Возьмем зомбика. И смотрите, просто какая разница. Очень сильно поменялась игра у нас. У нас просто все стало намного ближе. То есть, ребят, для того, чтобы сделать так, как сделал я, что я, соответственно, применил Смотрите еще раз. Нажимаем широкоформатный режим, галочкой. У вас игра растягивается, становится немного дальше. Это не читы, это никакой зум-хак. Это работа именно конкретно лаунчера. Это все по кайфу. Давайте, в принципе, уже тогда закончим. Потому что, в принципе, я вам объяснил по лаунчеру, по каким-то новым фишечкам. Которые можно применить абсолютно вот с вот этих биндов. Но, если честно, бинды для меня лично... Они абсолютно не нужны. Единственное, вот эта таблица, вот этот прикольный бинт, реально, всем советую поставить, потому что реально будет немного ускорять процесс игровой и само значение. Давайте посмотрим, что нам ответили админы по вопросу бага с биндами. Так, ничего не ответили, но... У нас вот был ответ до того, как я писал. В общем, смотрите, суть, проблемы какая я писал о том, что в курьере и в круге силы не работают бинды. Что ответил мне, соответственно, админ. Проблема известна, ведутся технические работы. Скинул мне скриншотик того, что убедитесь, что у вас стоит галочка на бинды. Но это, в принципе, стандарт, как я и вам объяснил. И э, про проверить. Проверьте. Э, Настя написал, проверьте, проверьте. Проверьте, о господи, стоит ли у вас галочка на клавишах инвентаря. Это нормально. Либо же попробуйте переставить лаунчер. Не забудьте удалить из корня компьютера. Как я вам объяснил, ребят, полностью все файлы удаляем. Если у вас, возможно, будут какие-то проблемы с тем, что когда вы удалили вроде все, все удалили, то есть через установку и удаление программ, и у вас дает ошибку при установлении, при устанавливании, вернее, лаунчера, то... Вам нужно будет зайти в Dispatcher Source и поискать этот процесс. Возможно, лаунчер у вас еще открыт. То есть, бывает такой баг. И закрываете этот процесс. И заново устанавливаете. И все у вас будет окей. И, соответственно, вроде все. И скачать лаунчер можете здесь. Ссылку я, соответственно, оставлю в описании, где можно будет скачать новый лаунчер. И все. Все, что нужно знать, ребят, я вам рассказал. Если вам понравился этот ролик и если он вам чем-то помог, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто не подписан. С вами был Азес. Давайте, ребят.